прикалываетесь. А, твою мать! Так, всем привет, с вами Миха Дарк Драгон, и я увидел то, что вышло. Five Nights at Freddy's, часть третья. Когда я это увидел, я просто охренел. От того, что... Не знаю, что может быть в этой части, я просто в шоке. Я помню вторую часть, она была мега хардкорная. Третья часть, насколько я знаю, вообще будет в полном 3D или что-то в этом роде. В общем, я вообще не знаю, что тут будет. Давайте начнем. New game. Фарбер... Извиняюсь. Что-то я подавился от... Видимо, от будущего страха. Fazbear's Friday Horror Attraction. Local... 12 часов, первая ночь. Окей. Алло. 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 Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. We found some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So, let me just update you real quick, then you can get to work. Like, the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. When the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, then pass you and out the exit. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as the security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out in the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. I honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, boo. But, you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up or something like that. So we're going to take a peek and see what we can find. For now, just get comfortable with the new setup. You can check the security cameras over to your right with the click of that blue button. You can toggle between the hall cams and the vent cams. Then over to your far left, you can так, да он задрал уже, он болтает и болтает. Уже три часа, он болтает три часа. Что за бред? Ну как баба базарная, ёб твою мать. Ты мне дашь что-нибудь сказать? Это меня хрень, вот эта хрень меня пугает очень. Он, по-моему, все сейчас, он все может быть болтать, я вам серьезно говорю. Я пока хрен знаю, что делать, но я уже в шоке от того, что тут надо включать аудио на разных комнатах. И причем это все загружается. Появилась какая-то хрень. Спасибо, заткнись. Появилась какая-то хрень внизу, типа вот этой вот фигни, которую я вообще не понимаю, что с ней делать. И, собственно говоря, нет никакой маски. Нет никакого фонарика. Как мне от них обороняться вообще? Чё-то я вообще в шоке. Чё делать-то? Ну, кстати, графика вообще приятнее стала намного, я гляжу. Это меня, конечно, радует. Но полного 3D я тут все равно не вижу. Наконец-то эта тварь заткнулась. И, собственно говоря, еще я не вижу шкатулки. Может быть, она тут есть, но я и не вижу пока ее. Маптогл. О, господи, это... Это теперь карта вентиляции еще есть. О-хо-хо! В общем, это пока что будет первый смотр. Я не знаю, что тут надо будет делать, но это просто жопа. Это я называл вторую часть хардкорной. Но по сравнению с третьей, я думаю, третья вообще будет мега хардкор просто. Че вообще вот делаю я? Вроде не идут пока никто. А вот как от них обороняться вообще? Я без понятия. Ну, вроде остался час. Неужели я первую ночь так легко продержусь? Да я даже никого не увидел. Ни разу. Да. Вообще никого не было. Просто никого. Еее!
это очень странно. О, о, что это? Что происходит? Ой. Здрасте, приехали, а что делать? Я как бы, я в шоке. Так, как... Это... Куда? Как двигаться вообще? W... О, работает. Ну, пойдемте. Сюда. Сходим. Что за мини-игры какие-то? Тут есть кто? Я Мишка. Я добрый Мишка, я добрый-добрый Мишка. Фоллоу... О, я понял, за тобой надо идти, за тобой надо идти. Я понял, понял. Спокойно. Спокойно, спокойно, я иду за тобой. Давай, 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 быстрей. Быстрей, Мишка косолапый по лесу идет. За какой-то хернёй он сейчас проследует. Так, я иду за тобой, не бойся. Все у нас в порядке будет. Но мне это вообще что-то не очень, не слишком нравится. Честно говоря. Какой Ир? Стой! Какого черта? Я за тобой должен был идти? Ир, почему Ир пишет? Что за бред? Он не хочет туда идти. Прекрасно. Что это было? Вот что это сейчас было? Заткнись, заткнись, пожалуйста, заткнись, заткнись, тварь, иди нахер. Так, давайте сами разбираться, потому что английский я все равно не знаю. А он сейчас будет трещать полгода. Так, что у нас вообще есть? Так, а вот что вот это вот делает? Я что-то вообще как-то... Ну, давайте все обновим. Ребут — это обновление, вроде как. System Restart меню. Вот сейчас самый актуальный вопрос для меня, это как обороняться от них, если они придут сюда. Они явно придут сюда. Еще бы, я тут... Вообще-то, как-то не похоже на какую-то детскую пиццерию, это больше похоже на какой-то заброшенный завод. Завод игрушек, заброшенный завод игрушек. По-любому, я перепутал местность. А, вентилейшн, вентилейшн эррор! Вентилейшн эррор! Мобтогл, где? Где? А, надо перезагрузить, наверное. Быстро, быстро. Заткнись, заткнись, быстрей. Вентиляция. Вентиляция, вентиляция. О, господи. Быстрее, быстрее, перезагрузка, перезагрузка. Идет перезагрузка. Так, все, я перезагрузил. Хорош. Хорош, я перезагрузил. Все нормально должно быть. Ууу, как хорошо. Так, ладно. Hi. Так, главное, чтобы тут рядом... С нами никто не ходил поблизости. Так, и тут эта вот комнатка мне очень нравится, потому что на ней написано «Exit». Select button. Double button. Что за double button? Setting. Ceiling. А, ладно. Но все в порядке. Вроде все в порядке. Отлично. Но пока что выглядит все очень легко. Вроде как, если пишет, что-то там происходит, там что-то вентиляция, какая-то ошибка, или где-то там в другом месте ошибка, надо просто перезагрузить это. И вроде как все. Но это очень странно. Что-то происходит. Кто-то идет. Заткнись. Так, кто-то идет. Вентиляция, да? Вентиляцию обновляем. Давайте все обновим нахрен. Я думаю, так мне легче на душе будет. Так, а вот это вот херово. Эй! Вы видели? Да хорош! Да вы прикалываетесь. Твою мать! Я жив? И как? Это дабл нападение просто было. И что делать? Натить. Ну ладно, давай попробуем. Давайте попробуем еще раз. Я что-то вообще ничего не понимаю. Вроде я все перезагрузил, а они все равно прилезли. Так. Ладно. Тут вроде в порядке все.
Bye. Блин, лучше бы я оставил мужика говорящего. Может, он пока говорил бы, никто не прилез бы. А так сейчас полезут, твари. Что это вообще реально с двойное нападение было какое-то? Почему я не могу взять маску и притвориться, как будто я тоже аниматроник? Все было бы в порядке. Да. Не, ну... Это не похоже на пиццерию. Это ни в какую не похоже на пиццерию. А! Вентиляция, ерр! Быстро, 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 быстро! Обновляй, 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 быстрее обновляй! Быстрее, 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 есть! Всякий случай все еще обновим. Ребутол, 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 быстрее, 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 быстрее! Они же могут прийти! Эксит. Так, хорошо. Сейчас мы с вами продержались, но что дальше? Тут все в порядке. Hello. Так, а мне зайца будет видно вот в этой вот, как сказать, в этом окне, где вентилятор сейчас находится? Если он придет в какой-то момент. Так, ну пока что нормально. Пока что держимся. Вот вентилятор, 100%. Это тут грёбаный вентилятор приманивает их. По-любому. А давайте просто не будем обращать внимание на камеры. Я думаю, вот здесь... А! Лечим. Чуть-чуть не это, не проморгал случай. Быстрей, 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 быстрей. Сейчас заяц придет. Так, вроде все пока что нормально. Два часа уже подержались. Нам бы хотя бы этот день выдержать. Хотя бы в втором Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy 2. Кто-то лезет по вентиляции. Было очень жестко во втором дне. Чувствую, тут будет то же самое. Нет, тут все в порядке. Так, второй час. Второй день, второй час. Пока что держимся. Мы держали оборону. Нас взяли в блокаду. Но мы терпим, терпим, на нас идут толпы аниматроников. Где? Быстрей, быстрей. Так, чиним вентиляцию, чиним вентиляцию. Отлично, вроде починили. Ах! Заяц! Был заяц, снова заяц! Тварь! Я на тебя смотрю. Я на тебя смотрю. Только попробуй. Вон он! Вон он, тварь! Видите, да, вон выглядывает. И что с ним делать? А он напрыгнет, да, сейчас? Я готовлюсь. Я готовлюсь его поймать. А? Ты будешь прыгать? Тварь, а? Уходи. Уходи, я сказал. Уходи. Падла, смотри, какая падла. Ёпасыка, что такое-то? И тупо я не понимаю, что делать. Они просто вылазят. Просто берут и вылазят. Берут и вылазят. Это нормально? Это нормально вообще? Даже двери не закрыть. Нельзя закрыть двери. Нельзя включить фонарик. Нельзя то. Нельзя то. Чини то. Сиди там. Не двигайся. Нельзя вдарить в морду этому аниматронику. Просто ничего нельзя. Что-то как делать. Вот смотрите, вот даже сейчас он мне не дает ничего сделать. Так что, ребят, давайте вы мне, может быть, напишите, что да как надо делать в этой игре. Возможно, напишите. И я потом сооценю ваши комментарии с игрой и попробую выжить дальше. И пока что это будет просто первый взгляд. Так что всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь. И разные другие делайте манипуляции. В общем, всем удачи и до новых встреч.